Следы воспитанников третьего детского дома. И разъехались в Италии, же они сейчас отдыхают. Ну, я думаю, что вам такие вопросы лучше директору задавать. Понедельник на планерке Антон Дмитриевич там стал говорить, что вот надо смотреть, как деньги расходуют, а то там семейственность создают. А потом еще находят защитников и повел на разговор о третьем детском доме. Ну, я был защитником этого детского дома. Ну и вот все-таки решил посмотреть, как они вот здесь вот сегодня у вас. Вообще вот моя позиция, то, что и сегодня расформировали детские дома, а создали вот эти реабилитационные центры, я считаю, это ошибочная практика. Дети в семье, которые сейчас вот реабилитационные центры их направляют, ну там побыл он, реабилитировался с месяц, ну пусть там полтора месяца, а дальше он опять же в ту среду. Здесь все-таки у вас в детских домах защита гораздо выше по всем отношениям. Ну, это как бы отступление, а вот хотел бы все-таки поинтересоваться, а как эти воспитанники из третьего детского дома у вас, ну, наверное, там адаптированных, да. Ну, вы знаете, наверное, немножко неудачный период времени, когда вы к нам приехали. Дети-то все эти третьего детского дома сейчас в Италии. Мы приедем позже. Да, ну, скажите, когда. Сейчас я скажу, когда. 25 числа прилетает самолет из Барии в город Москву, и где-то вечером они 25 числа уже должны быть здесь у нас. Поэтому после 25-го, уже прям, даже, может быть, до 1 сентября, вот в этот промежуток времени, с 26 до 1-го, можно будет подъехать, они все вернутся, можно будет с ними поговорить, можно будет прямо посмотреть вот эти условия, в которых мы их приняли, в которых они проживают. И сами детки, наверное, сами все вам скажут. Да. Как мы их приняли, как мы и тут с ними работаем, как мы к ним относимся. Ну, как они себя чувствуют вот. Здесь. Ну, вы знаете, я хочу сказать, вот сейчас уже, наверное, их невозможно отличить. Вот дети Азаровцы и дети третьего детского дома. Вот настолько они теперь слились с нами в одну семью. И вот это мне, вот мое личное мнение, и, думаю, мнение всего педагогического коллектива, что адаптационный период, он уже прошел для них. И в сущности, вот они теперь уже не чувствуют себя, вот как они пришли к нам такие настороженные, вот ожидающие чего-то того, ну, пришли они с определенным настроем, ожидающие чего-то плохого. И в прессе, вы знаете, там много всего писалось, что их тут должны обязательно бить. Соответственно, они читали это, что их должны бить. Вот как они только придут, сразу их начнут бить и здесь. По ночам к ним будут врываться в эти их комнаты и так далее. Конечно, ничего этого не было. Вот дети наши их восприняли нормально, спокойно. И вот они теперь вместе с нами защищают честь Азаровского детского дома. Мы уже не раз с ними принимали участие в областных соревнованиях, и даже на российские соревнования уже выезжали, и они защищали уже честь Калужской области и конкретно Азаровского детского дома. Это по спорту? Да, по спорту. Вот мы ездили с ними на российские соревнования, Олимпиада называется эти соревнования. Они проходят в Московской области, через год эти соревнования проходят, нас туда приглашали. Это соревнования по легкой атлетике. И вот Кондровский детский дом там тоже принимал участие, и мы тоже принимали участие, и много было еще российских детских домов и школ-интернатов. И вот ребята были с нами, вот, так скажем, у нас была единая команда, созданная из детей Азаровского детского дома, Кондровского детского дома. Потом областной туристический слет был, опять же, и эти детки были, и наши дети, мы заняли первое место. Вот, и Дельфийские игры были тоже областные, где опять же наша была общая команда вместе с ними.
Вот, поэтому они с большим удовольствием принимают участие во всех этих мероприятиях. Вот, спортивную жизнь они включили сразу. Вот спортивная жизнь им больше нравится, нежели вот всякая творческая другая. Поэтому здесь вот у нас футбольная команда наша, которая тренирует наша бывшая воспитанница, она мастер спорта и возглавляет на сегодняшний день команду, женскую команду Калужской области и тренирует наших ребят. С большим удовольствием они принимают участие. А кто это? И в этих тренировках это Тришина Елена Юрьевна. Да, и вот поэтому... Вот, дзюдо у вас есть на территории или нет? Да, дзюдо это вот здесь, спортивная школа юности, теперь вот, можно сказать, за нашей территорией, ну вот прям здесь. Кутин там, да? Да, мы передали этот спортзал, мы передали спортивную школу. А вольная борьба есть у вас? Нету. Вот. Нет, вот вольной борьбы у нас нет. Ну, вы знаете, как-то вот вроде не было такой потребности, а может быть и не было предложения. Вот, может быть, пришел бы какой-нибудь человек и сказал, я хочу у вас организовать вольную борьбу. И мы бы, может быть, тогда бы начали думать, нужно нам это, не нужно, будут желающие, не будут желающих. Вот, поэтому на сегодняшний день у нас есть секция баскетбола, у нас есть секция волейбола, пионербола, бывшего теперь уже пионербола, но он называется пионербол. У нас вот футбол, это вот самая, так скажем, любимая секция наших ребят, где вот они ходят, занимаются, и определенные успехи есть. Вот. Ну и еще различные творческие вот есть объединения, вот у нас есть и хореография, у нас есть вокал, где тоже вот уже и ребята из третьего детского дома, некоторые, кто пожелал продолжать занятия в этих творческих объединениях, они, в общем-то, продолжают. Те ребята, которые занимались в футбольных клубах городских, вот из третьего детского дома, они продолжают эти занятия, ездят в городской клуб. Вот, поэтому мы постарались... Вот смотрите, вот у вас, вы будете в 40-ю школу. Да, а сколько человек и как вообще отбирают туда? Ну вот решение о том, что ребенок должен обучаться в школе другого вида, принимает областная медико-педагогическая комиссия. Если, допустим, у ребенка, обучающегося в основной в массовой школе, начинаются проблемы с учебой, ребенок не усваивает программу, то, соответственно, пишется характеристика. Ребенок проходит через медико-психологический консилиум учреждения. И если медико-психологический консилиум дает направление на областную комиссию, дальше решение уже принимает вот такая серьезная организация, в составе которой там и врач-психиатр, и другие специалисты, там и логопеды, и психологи и так далее. И вот только по решению медико-педагогической комиссии областной ребенку дается заключение, и тогда вот он должен обучаться в школе специализированной. Вот к нам, когда третий детский дом переводили ребят, несколько человек у них обучались в 40-й школе, они, соответственно, и остались там обучаться. Один мальчик обучался в школе-интернате номер 1 для детей с задержкой психического развития. Он тоже пожелал там остаться, и он закончил в этом году 9 классов. Сейчас вот он будет продолжать обучение в многопрофильном техникуме здесь вот у нас по линии МЧС. Поэтому некоторые дети, которые обучались в школе, в школах города, в 21-й школе, во 2-й школе, они по их желанию так и остались обучаться и сейчас продолжают обучение в этих школах. Вот. Но некоторых ребят мы перевели сюда поближе к нам, вот, в 46-ю школу. Ну, много у вас в 40-й школе обучается? Там обучаются дети, и, которые пришли из 3-го детского дома, и наши дети, которые несколько человек из наших. Мы их возим каждый день. На нашем транспорте провожаем и встречаем их оттуда. Вот, допустим, воспитанник окончил, 18 лет ему исполнилось, а дальше он как-то связь с вами поддерживает? Да, у нас осуществляется постинтернатное сопровождение, оно осуществляется, и мы взяли на себя такие обязательства сопровождать наших выпускников до 23 лет. И заключаем с ними договора, вот когда им исполняется 18 лет, мы должны отчислить данную категорию наших воспитанников. И определить их судьбу, конечно, не выставить их за порог и за дверь, чтобы они пошли в никуда. Мы, соответственно, сразу решаем, куда они пойдут дальше, и где они будут дальше продолжать обучение, где они будут жить. Но чаще всего это бывает таким образом, что 18 лет исполнилось нашему воспитаннику, а он учебное заведение профессиональное еще не успел закончить. Значит, соответственно, он продолжает обучение в этом профессиональном учебном заведении, и встает вопрос, а где же он будет жить. Если есть закрепленное за ним нормальное жилье,
мы делаем каждый год акты обследования этого жилья, и там в сущности возможно проживать, он может вернуться в это жилье. Но чаще всего бывает так, что возвращаться вот, в общем-то, какое-то либо закрепленное жилье по каким-то причинам невозможно, или нет этого закрепленного жилья, то у нас вот создан центр, областной центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья». Вот он здесь, кстати, находится, здесь с нами по соседству. Вот и сейчас вот они... Другое руководство? Разъехались. Да, это другая юридическая организация совершенно. Мы пишем заранее письмо, что у нас планируется выпуск такого-то воспитанника в таком-то месяце, и мы просим в этом центре, в социальной гостинице, выделить место для временного проживания данного выпускника до момента получения им жилого помещения, потому что к моменту выпуска из детского дома практически все эта категория наших детей, она уже стоит на очереди на получение жилья. Ну и вот по мере, так скажем, выделения этого жилья, они проживают пока временно в социальной гостинице до момента получения собственного жилья. Вот сейчас я знаю, что вот в этом году несколько наших выпускников уже получили жилье. Кто-то вот в Кабицыно получил. Сейчас вот, я знаю, скоро вот должны будут получить здесь вот на правом берегу Кошелев проект, должны сдаваться будут дома, и там еще будет получено ими жилье. Вот. Но во всяком случае на улице никто не остался.